У казахов есть давняя традиция отмечать Камыс-Мурундук, праздник кумыса. Его отмечают с наступлением лета и уже на международном уровне. Меркенцы данной традиции придерживаются уже несколько лет. Подробнее в материале. Мероприятие, проводимое в честь 90-летия Меркенского района, отпраздновали в сельском округе Ахермен. На традиционном празднике в Кызылмурундук присутствовало немало народа. Жители села говорят, поскольку Мерке является культурным центром, то и празднование национального напитка они тоже не оставляют без внимания. Меркенцы соорудили на широком Жайлау-Алтубакан, поставили юрту. Здесь же состоялся показ национальной традиции, были представлены ручные изделия, а также выставка книг и конкурс национальных изделий. Молодежь района исполнила разные песни и танцы, талант которых никого не оставил равнодушным. В рамках праздника Камыс-Мурундук прошел яйтос среди представителей молодого поколения меркенцев. Не остались без внимания и национальные игры. Аркан тарту, казахская борьба и армрестлинг. Сегодня в сельском округе Акермен Меркенского района в честь 90-летия района и 20-летия столицы состоялось национальное мероприятие «Камыс-Мурундук». Основная цель – пропаганда национальных традиций. В конце мероприятия была организована театрализованная кукольная постановка, инициированная работниками детского сада. По словам организаторов, этот праздник в Мерке проводится каждый год. Болот Конурбаев, Иркан Жасыбаев, Серик Куралбаев, 77 News.